Это был первый фильм, фильм «Берегись автомобиля», на котором я встретился с Эльдаром Александровичем. И вот с этой работой у нас сразу же установились отношения полного творческого доверия. Это продолжалось до тех пор, пока Эльдар Александрович не стал сочинять стихи. Это было примерно в период, когда он начал снимать фильм «Служебный роман», и он мне прислал сразу несколько стихотворений, значит, с тем, чтобы я отобрал сам, что мне понравится, и написал бы песни для этого фильма. Значит, среди тех стихотворений, которые я отобрал, были стихи английского поэта конца XVIII века Уильяма Блейка в переводе Маршака. И, значит, после того, когда уже на эти стихи была написана песня «У природы нет плохой погоды», Эльдар Александрович мне сказал: «Уильям Блейк – это я». Естественно, что доверие сразу было подорвано, и поэтому на нашей следующей работе, а это был фильм «О бедном гусаре, замолвите слово», я уже с большим недоверием отнесся ко всем стихотворениям и делал довольно, так сказать, тщательные библиографические, так сказать, дознания, но там все было, так сказать, честно, и там Эльдар Александрович не принимал участие. Но в следующем фильме «Вокзал для двоих» он мне прислал текст Давида Самойлова для песни. Эту песню прекрасно спела в фильме Людмила Гурченко. И когда все было сделано, Эльдар Александрович сказал: «Давид Самойлов – это тоже я». А последняя наша работа – это был фильм «Жестокий романс». Естественно, это фильм, рассказывающий и пьесы Островского о женской судьбе. И поэтому, естественно, Эльдар Александрович подобрал стихи поэтов-женщин. Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной и Юны Морец. Ну, в общем, одним словом, когда все романсы были написаны, Эльдар Александрович сказал: «Юна Морец – это тоже я». И тогда, когда уже, так сказать, от творческого доверия ничего уже не осталось, я, чувствуя себя все время, так сказать, объектом розыгрышей, обмана, мистификации, я решил в очередной раз перехитрить Эльдара Александровича. Совсем недавно, месяцем назад, я получил от него новый сценарий. Там еще нет пока стихов. И я решил сам их найти, чтобы уже, так сказать, быть спокойным, что стихи – это вот то, что мне понравится. В журнале «Октябрь» номер 3 за этот год я обнаружил стихи, которые называются так. «Детские стихи об Эльдаре Рязановой, сочиненные им самим». И я тут же стал сочинять песню на эти стихи для этого фильма. Но уже в процессе сочинения у меня вдруг вскралось страшное подозрение. Потому что если Эльдар Александрович мог свои стихи выдавать за чужие, то не произошло ли тут наоборот? И мне пришлось обратиться в одну организацию и получить справку. Я хочу сейчас вам ее зачитать. Статья 141 Уголовного кодекса РСФСР. Выпуск под своим именем чужого литературного произведения или иное присвоение авторства на такое произведение рассматривается как уголовное преступление, расследуется прокуратурой и наказывается лишением свободы на срок от 1 года или штрафом до 500 рублей. Я думаю, что Эльдар Александрович на такое не способен, и, по всей вероятности, это его стихи. Мои. Это мои, да. Спасибо. Все в порядке.